Война за парковочное место или хулиганские выходки. Водители молодежного микрорайона не на шутку встревожены. Неизвестные там крушат автомобили. Нападению подверглись уже две машины. На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, как кто-то кидает в иномарку камень. Срабатывает сигнализация, и хулиган убегает. Дело было вечером, поэтому разглядеть злоумышленника сложно. Зато на другой записи, которая свидетельствует о подобном правонарушении, лицо хулигана видно хорошо. Подросток лет 12 палкой разбивает фару отечественной легковушки, причем делает это так, будто кому-то что-то пытается доказать, как будто школьник играет в опасную игру. Но стал бы он портить чужое имущество, если бы знал об ответственности, которая ему грозит. В действиях правонарушителя могут быть усмотрены признаки преступления, предусмотренные статьей 167 Уголовного кодекса, то есть умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, предусматривающие как штраф в размере до 40 тысяч рублей, так и до 2 лет реального лишения свободы. Данная статья Уголовного кодекса может быть применена к лицам, достигшим 16-летнего возраста. Подросток младше по возрасту подлежит постановке на учет в отдел по делам несовершеннолетней городской полиции, если сумма ущерба менее 5000 рублей и правонарушитель достиг 16-летнего возраста, то он привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Полицейские сейчас изучают видеозаписи и занимаются поисками хулиганов.